Добрый день, друзья мои! Приветствую вас на моем канале, на канале вязаных игрушек Фарилуэ. Сегодня я вам покажу, как вязать вот такую ошеломительную красотку маленького щенка породы пудель крючком. Веселая и добрая собачка подарит массу восхищения у детей и взрослых. Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать много интересных идей и мастер-классов от меня, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех моих новых видео. Мастер-класс простой. Связать такого щенка смогут и начинающие мастера. Главное знать основы вязания и иметь терпение делать вот такие кудряшки. Но это стоит этого. Рост щенка около 12 сантиметров. Ваши девочки будут в огромном восторге от такой красоты. И сделает игру с такой собачкой более интересной и увлекательной. Для того, чтобы связать такого щенка, нам понадобится розовая пряжа, белая пряжа, тонкая черная нить, черная пряжа, холофайбер, две пуговицы 7-8 мм. Вязать игрушку я буду крючком 1,75. Сразу делаем заготовочку для кудряшек. Наматываем пряжу на карандашик. Берем заготовочку. И вот так обматываем. И так дальше продолжаем. Потом, чтобы кудряшки зафиксировались, надо отпарить утюжком и дать высохнуть. Вяжем лапки. Кольцо амигуруми. 6 столбиков в кольцо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соединительный столбик. Второй ряд. 6 прибавок. 12 столбиков в ряду. Раз прибавка, два прибавка, три, четыре, пять и шестая прибавочка. Третий ряд, 12 столбиков без накида. Четвертый ряд, столбик убавка, 3 раза, 9 столбиков в ряду. Столбик, убавка. Столбик, убавка, столбик, убавка. Пятый ряд, 9 столбиков без накида. Последний столбик полностью не провязываем, меняем нить. С 6 по
11 ряд, 9 столбиков без накида. По мере вязания наполняем лапку холофайбером. Вот такая у нас лапка. Таких лапок нам надо еще 3 штучки. Я их уже подготовила. Вяжем мордочку. 5 воздушных петли. 1, 2, 3, 4, 5. Со второй петли от крючка вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 3 столбика без накида в одну дырочку. В последнюю петлю. 1, 2, 3. 2 столбика без накида. С другой стороны воздушных петель. 1, 2. Прибавка. 10 столбиков в ряду. Второй ряд. Прибавка. 2 столбика без накида. 1, 2. 3 прибавки. 1 прибавка. 2 прибавка. 3. 2 столбика без накида. 1, 2. 2 прибавки. 1, 2. 16 столбиков в ряду. Третий ряд. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 прибавка. Семь столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавка. 18 столбиков в ряду. Пятый ряд. 18 столбиков без накида. Столбик, столбик. Вот такая мордочка у нас получается. Теперь будем вязать голову. Голова и тело вяжется одним полотном. Я расскажу, как вязать основу. Основу свяжите самостоятельно. Первый ряд 6 столбиков без накида. Второй ряд 6 прибавок, 12 столбиков в ряду. Третий ряд столбик прибавка 6 раз, 18 столбиков в ряду. Четвертый ряд 2 столбика прибавка, 6 раз, 24 столбика в ряду. Пятый ряд 3 столбика прибавка, 6 раз, 30 столбиков в ряду. И шестой ряд 4 столбика прибавка, 6 раз, 36 столбиков в ряду.
Теперь со 7 по 14 ряд вяжем 36 столбиков без накида. Столбик, столбик. Пятнадцатый ряд, 4 столбика убавка, 6 раз, 30 столбиков в ряду, 1, 2, 3, 4, убавка, 1, 2, 3, 4, убавка. И так еще 4 раза. Шестнадцатый ряд, 3 столбика убавка, 6 раз, 24 столбика в ряду. 1, 2, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка, и так до конца ряда. Семнадцатый ряд, 2 столбика убавка, 6 раз, 18 столбиков в ряду, 1, 2, убавка, 1, 2, убавка. Наполню голову холофайбером. Продолжаем. Восемнадцатый ряд, 2 столбика прибавка, 6 раз, 24 столбика в ряду, 1, 2. Прибавка, 1, 2, прибавка, и так еще 4 раза. Девятнадцатый, 20 ряд, вяжем 24 столбика без накида, столбик, столбик. Двадцать первый ряд, 3 столбика прибавка, 6 раз, 30 столбиков в ряду, 1, 2, 3. Прибавка, 1, 2, 3, прибавка, и так до конца ряда. С 22 по 24 ряд вяжем 30 столбиков без накида. Столбик, столбик.
25 ряд, 3 столбика убавка, 6 раз, 24 столбика в ряду, 1, 2, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка, продолжаем. Двадцать шестой ряд, 2 столбика убавка, 6, 1, 18 столбиков в ряду, 1, 2, убавка, 1, 2, убавка, и так до конца ряда. Двадцать седьмой ряд, столбик убавка, 6 раз, 12 столбиков в ряду, столбик, убавка, 1, столбик, убавка, 2, и так еще 4 раза. Двадцать восьмой ряд, 5 убавок. 1, 2, 3, 4, 5. Закрываем отверстие. Такое у нас тело. Вяжем хвост. Шесть столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Со второго по пятый ряд вяжем 6 столбиков без накида. Столбик, столбик. Вот такой у нас хвостик. Вяжем ушки. 7 воздушных петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Со второй петли от крючка вяжем первый ряд, столбик без накида. Прибавка. Два столбика без накида. 1,
два, прибавка, столбик без накида, да, 8 столбиков в ряду, воздушная петля, переворачиваем вязание, второй ряд, 8 столбиков без накида, да, со второй петли вяжем. Перевернули вязание. Третий ряд. Убавка. Шесть столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7 столбиков в ряду, воздушная петля, перевернули вязание, четвертый ряд, 7 столбиков без накида, столбик, столбик, воздушная петля, перевернули вязание, пятый ряд, убавка. Пять столбиков без накида, шесть столбиков в ряду, раз, два, три, четыре, пять, воздушная петля, перевернули вязание, шестой ряд, шесть столбиков без накида, раз, два, три, 4, 5, 6, воздушная петля, перевернули вязание, седьмой ряд, убавка, 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков в ряду, воздушная петля, перевернули вязание, восьмой ряд, 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, воздушная петля, перевернули вязание, убавка, 3 столбика без накида, 1, 2, 3, 4 столбика в ряду, воздушная петля, перевернули вязание, 10 ряд, 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Воздушная петля. Теперь будем обвязывать столбиками без накида. Между рядами в углу ушка вяжем прибавки. Сделали прибавочку. Дальше продолжаем. Дошли до уголка. Кладем ниточку вдоль вязания. Прибавка. Итак, дальше продолжаем обвязывать ушко.
Вот такое у нас ушко. Таких ушек нам надо 2 штуки. Я второе ушко уже подготовила. Все детали у нас готовы. Начинаем сборку. Берем туловище, мордочку. Немножко холофайбера. Намечаем. От этой дырочки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Между 10 и 11 рядом верхний край мордочки. Пришиваем. Теперь вышиваем носик. Отступаем от розовой части 2 ряда и на 1 ряд. Отступаем от морды 1 ряд. Пришиваем глаза. Для утяжки, для надежности прошиваем глазки второй раз. Между глазками у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Вот так. Берем ушки, намечаем. Вот этой дырочки 1, 2, 3, 4. Между 4 и 5 рядом верхний край ушка. Пришиваем. Вот так. Теперь берем заготовки. Разматываем. Видите, какие кудряшки получаются. И делаем отрезки на 2 пальчика.
Вот так. Теперь сделаем пушистую макушку собачки. Складываем отрезок пополам. Так. Вот такие делаем пряди узелками. Вот такая у нас головка. Теперь также заполняем кудряшками ушки. Продолжаем. Вот такая у нас кудряшка получается. Теперь берем лапки. Лапки я также оформила кудряшкой между соединениями цветов. Я добавила такие кудряшечки. Так, дальше. Намечаем лапки. Сажаем игрушку, выставляем. Сажаем игрушку. Выставляем вот так, чтобы собачка вот так сидела у нас. И пришиваем. Теперь берем хвостик. Хвостик я также, кончик хвостика оформила кудряшками. Сажаем игрушку. Пришиваем. Вот такая красота у нас получилась. Надеюсь, у вас все получилось и было все понятно. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать много интересных идей и мастер-классов от меня.
Всем хорошего настроения. До новых встреч.